анонс и точный дата выхода 17 серии турецкого сериала «Барбароссы. Меч Средиземноморья». 17 серия сериала выйдет в эфир 27 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Изабель преподнесла Орудж новость, но матросы не смогли ее передать ему. Все дело в том, что его не было на том месте. Всем известно про неприятности, с которыми им пришлось столкнуться. Орудж считает, что Изабель не должна была принимать никаких мер, не получив от него вестей. Только Изабель не могла просто так сидеть, сложа руки, ведь ей стало известно о том, где находится ее брат. Тем более она никак не могла и подумать, что Орудж не получит весть и не придет. Изабель очень расстроилась, несмотря на то, что у Оруджа была веская причина. Она очень сильно ждала Оруджа, но в итоге спасать ее пришел Шахбаз. Из-за этого дела он даже пошел против Униты. Орудж удивился, что Изабель пытается при нем хвалить Шахбаза. Но Шахбаз сказал Изабель, что Орудж оставил ее на половине пути, и она не смогла на тот момент ему хоть что-то ответить. Изабель прекрасно знает, какие у Оруджа есть важные дела, и среди стольких бед он никак не сможет заниматься ее делом. Она должна будет сотрудничать с Шахбазом, так как больше всего хочет найти своего брата. Оруджу сложно понять, как Изабель может доверять его врагу. Он сказал Изабель, что она его очень сильно разочаровала. Шахбаз пообещал Изабель, что он найдет ее брата, и она не должна вмешиваться в это дело Оруджа. Напомним, 17 серия сериала выйдет в эфир 27 января. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.